Бруклин Продакшн представляет. Приветствую вас на канале «Опасная бритва Бруклин Продакшн». Сегодня я вам хочу показать очередную бритвочку, очень интересную, которую я анонсировал в прошлом видео. Это бритва Филармоника. Вот так вот она выглядит на фоне нашего динозаврика. Сейчас я его красавца уберу, чтобы нам уже не мешал. Вот так вот. Вот такая вот бритвочка. Так, вот так она выглядит в раскрытом виде. Это 14-я филармоника. Все побрякушки золотые, все сохранено, кроме одной вещи, которую уже те, кто держал филармонику, сразу увидели. Значит, сейчас я вам хочу показать, как эта бритва выглядела, ее состояние до того, как она ко мне попала. Значит, все, кто сильно нервничает и может воспринять все это дело очень неадекватно, попрошу вас удалиться от экрана монитора, потому что такого вы еще не видели. А если кто видел, вот с такой с бритвой случается впервые, с этой, во всяком случае. Такое обычно случается, и бритва идет на выброс. Но этой бритве повезло. Так что, ребята, вот так вот она выглядела до того, как ко мне попала. А в таком виде я ее приобрел, скажем так, и вот сейчас вы видите то, что сейчас получилось с этой бритвой. Бритва интересная, бритва сама по себе. Значит, оригинальная бритва размером 8/8. 8/8, поющая, играющая, звонкая бритва. Сейчас эта бритва уточилась на 4 мм. То есть размер этой бритвы сейчас чуть-чуть, где-то 21 мм, 21 мм около того. То есть бритва уже имеет форму, ну, как бы 6/8, чуть-чуть больше, но зато сохранила все свои качества. И тем самым, я надеюсь, порадует меня и вас в видео. Что у нас здесь присутствует? Ну, здесь ничего нету с обратной стороны. А вот с этой стороны красиво написано «Филармоника». А золотом все, как вы видите. Арфа такая интересная, с музыкальным ключом, да. Но сейчас я возьму волосы, посмотрим, как она заточилась. Так, вот такой вот у нас есть подопытный волос. Не знаю, вот тут такой волос. Так, снялось немножечко, на бритве осталось это дело. Так. Видите, стружечка снимается. Достаточно. Я тренируюсь. Если кто следит, я тренируюсь. Тренируюсь на стружке. Резать стало неинтересно. Вот на бритве тоже еще немножечко осталось ее. Так, это мы отрезали. Ай, черт, отлетело. Сейчас мы будем дальше тренироваться. Становится интересно. Вот, тоже видите, какая стружечка мелкая. Вот так вот стружечка такая снимается. Так, дальше продолжим изучать бритвочку. Вот так вот видите, как стружечка красиво снимается. Я надеюсь, он также сам будет красиво брить. Ну, достаточно звонкая, действительно. Даже потерял свой размер. Потеряла свой вес. Что в наше время звучит очень интересно. Так, ну что, снимает, снимает. Сейчас еще найду какой-то волос. Вот есть, есть. Приготовил уже для шоу-программы. Так, смотрим. Черт, отлетело. Не цепляет, цепляет, но отрежет. Не хочется резать, поэтому я очень аккуратненько. Вот, видите, видите. Вот так вот развлекаемся с новой бритвочкой. Так, что у нас там дальше снизу? Ну, так она режет, в принципе. Бритва
сама мне понравилась. Интересно, конечно, попробовать ее в полном объеме, то есть размер, чтобы бритва был 8 восьмых, то есть она такая достаточно крупная бритва должна быть. Но как я посмотрел, вот бритва сама по себе, вот когда она большущая, то есть она прибыла немножко поломанная, конечно, но она все же приобретала свой вид имела, но вот эта вот кромка, действительно режущая кромка у бритвы, она гнется, сгибается при нажатии, то есть играет вот такую вот роль, особенность этой бритвы, но в то же время очень легко действительно сломаться. Вот. Не, получилось. Так, сейчас мы еще раз начнем. Отлетает. Так, отлично, сейчас посмотрим еще что-нибудь, может, другой какой-то волос возьмем, вот. Так, это вот так вот, отлетел, зараза. О, стружечка долгожданная, стружечка. Ну, волос действительно тонкий, это, знаете, я еще пришел к выводу, что нужно потолще волосы, тогда будет все вообще замечательно. Так что, ребята, вот такая бритвочка сегодня была на обзоре. Филармоника, сделанная в Испании. Процентов, большой процент сохранено в живом виде. Достаточно хорошая, очень большой обушок. Ну, согласно тому, что она должна быть 8 восьмых. Сейчас немножечко она кастрирована, как это ни странно звучит. Но по-другому ее просто нужно было, наверное, выбросить. А в таком виде уже можно бриться, работать, пользоваться, радоваться. В общем, посмотрим, ребята, как оно будет. Я надеюсь, следующее видео будет с этой бритвой, а там как судьба будет. Это 14-я филармоника, еще раз говорю, сделана в Испании. Так что, ребята, всем хорошего дня, хорошее время суток, вернее, не знаю, когда вы будете смотреть. И ждите новое видео. Пока! Спасибо за просмотр.